В республиканском детском доме-интернате для детей-инвалидов «Забота» прошло мероприятие, посвященное Международному дню инвалида. Воспитанники исполнили красивые песни, зажигательные танцы, читали стихи и не оставили никого равнодушными. Праздник плавно перешел в соседний детский дом для детей-сирот, где было не менее весело. Альбина Курачинова-Кенжева расскажет подробнее. Для праздника были созданы все условия. Это и отличное настроение, и нарядно украшенный зал, и почетные гости, которых воспитанники часто видят в своем интернате, и волонтеры из благотворительных организаций, и приезд артистов. Но при всем при этом главными героями праздника были сами дети, которые дарили присутствующим свое тепло. Когда у кого-то беда, рвануться на выручку нужно в любую минуту, всегда. И если кому-то поможет твоя доброта, улыбка твоя, ты счастлив, что день не напрасно был прожит, что годы живешь ты не зря. Помочь осуществить свои мечты этим детишкам с ограниченными возможностями по силам каждому из нас. Делать что-то глобальное для этого не нужно. Достаточно всего лишь проявить к ним немного внимания. Наша поддержка поможет им чувствовать себя увереннее в жизни, говорили на мероприятии. Каждый гость, который пришел на наш праздник, для нас очень важен, и мы хотим поблагодарить каждого здесь присутствующего, потому что мы делаем с вами одну важную и нужную работу. Самым лучшим детям вот такой подарочек вы обязательно раскроете после окончания праздника и вместе поиграете. Спасибо большое, что в доме всегда светло, тепло. За то, что здесь всегда вкусно, уютно, и дети всегда улыбаются. Спасибо за то, что дети стараются общаться, стараются тянуться к взрослым. Это о чем говорит? О том, что их окружают такие взрослые, которые позволяют к себе тянуться, обнимать себя. Они не боятся, они не замкнуты. За это вам большое спасибо. После заботы все плавно переместились в детский дом, где ребята уже подготовили для своих соседей праздник с аниматорами и угощениями. Мы решили немножечко приукрасить этот праздник, уделить внимание деткам, которые воспитываются в обоих интернатах. Наш день заботы, я не знаю, это и анимационная программа, и концертная программа, и вкусняшки, и подарки каждому ребенку. Мы просто хотим, чтобы дети сегодня почувствовали, что о них действительно есть кому заботиться. Я желаю здоровья, мира, чтобы всегда были люди, которые о них заботятся. День доброты, так называют его организаторы мероприятия, прошел весело и с множеством сюрпризов. Ребята с наставниками ждут всегда любимых друзей и гостей в своих домах, не только в определенные даты, а как можно чаще. Альбина Курачинова-Кенжева, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.